Друзья, всем привет! Наступило лето. Я думаю, что каждая хозяйка заметила, что пыль в квартире стала значительно больше. Хочу с вами поделиться советом, которым я пользуюсь именно на тех полочках, на тех поверхностях, на которых у меня всегда скапливается огромное количество пыли. Этот способ позволяет пыль в доме вытирать значительно реже. Она пролетает мимо, меньше оседает на полках в труднодоступных местах. В общем, жизнь хозяйки этот способ значительно облегчает. Беру старый махровый носочек, беру дешевый антистатик, покупаю его в магазине. В магазине Fix Price, и этот антистатик наношу на носок и вытираю пыль. Благодаря такой хитрости пыль на поверхности не задерживается, и уборку вам нужно будет делать вот на таких вот полочках в труднодоступных местах значительно реже. И носочек тоже помогает в уборке, тщательно и очень быстро убирает пыль. Поэтому, друзья, попробуйте совет, он очень хорошо выручает.